Блинница румяная, блинница масляная. Кушай на здоровье, вкусный блиночек. Румяный символ приближающейся весны в Щелковском парке культуры и отдыха пробовали испечь и стар, и млад. Традиция угощать друг друга блинами в прощенное воскресенье не один век. Каждый год пекари соревнуются, чей же блин получится вкуснее. Сколько времени уходит на изготовление одного блина? Минутки три, наверное. Минутки три. Если бы это было в помещении, то меньше. Румяных солнышек перед Великим постом напекли аж 2500, уточнили в Комитете по культуре администрации округа. За бесплатными блинами выстроилась очередь. В ходе мероприятия «Ладушки о ладушке» на залитой солнцем площадке ребятня соревновалась в конкурсах и спортивных состязаниях. Попробуйте бежать мячик 8 килограмм перед руками. Так, перед собой, на прямых руках. Давай, вот сюда, вот. Здесь возьми. Вот, и сначала. По-настоящему жаркими по накалу эмоций выдались соревнования по перетягиванию канапа. Взрослые, наблюдавшие за детьми со стороны, не смогли удержаться и вышли на подмогу. Я за блинами пришла, и за весельем. Прежде всего, мирного неба, крепкого здоровья, благополучия в семье. А ты? Побольше блинов и веселья. Программа для детей продолжалась всего час и подарила посетителям парка заряд весеннего настроения. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.